Здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это трансформеры «Закаленные в бою». Мы продолжаем. Вы написали в комментариях, у нас появилась особая спецмиссия, называется «Туман войны». И тут у нас их аж 4 части. Фига себе, часть первая — обман. Нуль поля. Ха! Короче, у нас тут, по всей видимости, будет одна сюжетная линия, как я понял. Разница только в уровне сложности и в названии. А везде одна миссия. Ну что, давайте попробуем тогда, я, честно говоря, даже не знаю. Ну давайте-ка глянем, вот, скрытность или обман. Можем, в принципе, глянуть обман, посмотрим, как там. А потом перейдем на уровень сложности побольше. Там видно будет. Боссом у нас здесь будет Мегатронус. Командир, местность кажется безопасной, но я гарантирую, что это не так. Телетрон сообщает об энергетических сигнатурах, скрытых враждебных сил. Подготовьте свою команду к бою и продвигайтесь с осторожностью. Так, ну ясно. Что мы имеем там? А там у нас есть Мегатронус. Во дела-то. И куда двигаться? Что-то я вообще тут никого не вижу. Короче, давайте-ка мы вернемся назад, посмотрим, если будет это повторяться, допустим, и на третий, то значит тут у нас как бы один диалог. Вопрос только в том, какой там уровень сложности будет. С Мегатронусом, насколько я помню, было очень тяжко драться. Так, да, повторяется у нас диалог. Все. Да, шесть нафиг тысяч. 6000. Блин, еще и 5 звезд. Не многовато ли? Так, ладно, давайте-ка мы, чтобы наверняка, так сказать, пойдем по второму. Тем более там какие-то энергетические затраты просто огроменные. Тут вон по 4, глянем, что здесь у нас. А то что-то 6000 Мегатронус, это больно крутовато. Ну-ка. Ну, в принципе, пойдет, я думаю. Ну, давайте глянем ознакомительно, так сказать. А то тут как-то странновато с уровнем сложности и выбором. И я еще не вижу остальных противников, которые должны попадаться по пути. Что-то здесь не так. Засаду чую я. Минус 4. Нифига себе. Точно, и вправду засада. Повсюду засада. Так, ну ладно. Короче, нифига непонятно, куда нам идти. Придется прорываться с боем. Эх. Так, потом можно будет попробовать, конечно же, перепройти на уровень сложности повыше. Но тут как бы я первый раз такого плана спецзадания. Они как бы и раньше были по несколько штук. Но тут как-то не видно, что тебя ждет, куда идти. Неизвестно еще, что из себя будет Мегатронус представлять в самом конце. Давайте будем двигаться вот в этом направлении. Да чтоб тебя. Скорпонок. Ладно. Да будет так. Эх ты. Все. Завалили. И слава богу. Двигаем дальше. Теперь, ну давайте сюда. Ага. Можем, в принципе, вот так вот. И получается фигня полная. Ладно. Блин, какой-то этот, морской бой. Непонятно куда, зачем и как, но постепенно двигаемся к противнику. По всей видимости, противников тут будет дофига. Хоть тут и один путь, но добраться до финиша...
может быть весьма трудновато. Так. Ага. О. Ах ты зараза, а? Подловил я тебя, подловил. Так. Но. Отлично. Зараза, как ж ты... Как ж ты задолбал, а? Вот засранец. Всё. Фу, Гальватрон, а? Помнится, он тоже один раз отмочил на спецзадании. С одного у такого спецудара в одно деление нас выносил. И я тогда, помнится, знатно охренел. От сия урона. Ну, Джаз, с тобой тут все ясно. Расстреляем тебя издалека. Чё-то у меня такое чувство, что мы даже как будто не приближаемся к Мегатронусу. Как будто мы в лабиринте гуляем. А прикиньте так, спецзадание, где основной еще момент связан с тем, что надо не только бои проходить, но еще и по этой карте метаться и пытаясь найти главный выход, да? Так сказать, не заблудиться в этом лабиринте. Вот это было бы круто. Так, ну сюда. Кругом засада, ё-моё. Куда ни наступи, везде засада. Да, все они попрятались. В режим ожидания перешли. Интересная спецмиссия. И энергии до хрена жрается. Заход. Просто офигеть, как сколько. Интересно, там на четвертом ярусе сколько? Вообще под десяточку, да? Я что-то не обратил внимания. Надо будет глянуть. Ну, давайте сюда. Постепенно приближаемся. Слава богу. Так. Ну? Их. Икс. Да чтоб тебя... Всё. Разобрались. Ну, направо. Уже практически рядом. О, динобот. Ну, тут... То, что доктор прописал, как говорится. Целебные процедуры от Эренхайда. Взрывной эффект. Что ты там своим вентилятором вертишь? Я понимаю, что жарко на улице, но... Нифига себе, чуть было меня не заловил. Ну, слава богу, я вырвался, хотя, зараза, один удар прошел. Ладно. Осталось два бойца. Дрифт, ох, Дрифт, давно тебя не было. Давно тебя не было. Когда ж ты последний раз-то у нас был-то по сюжету, а? Так. Ну что, хватит вертеться, а, самурай? Три выстрела и все. Так. Ну, последняя засада. Гримлок. Ладно. У Гримлока, конечно, эффекты на него не наложишь. Ибо он от этого злится только. Притом конкретно. Да чё сейчас было? Фига себе, у него радиус! Видали, да? Два раза назад сделал, а он все равно мечом достал. Ничего себе.
Ну, гримлок есть гримлок. С мечом. Ну чё, босс? Я не требую скрытности. Вы узрите меня и устрашитесь. Титан поделился со мной секретами. И моя сила станет такой, что никто не сможет противостоять мне. Ну, чем там Титан поделился? Давай, колись, какой он тебе модификатор дал, а, зараза. И, в принципе, не важно. Тебя он уже один раз с этой Арси вынесло и... Побежал Титаном плакаться. Эх ты, Мегатронус. Мегатронус, ты, конечно, крут, и даже в честь... В твою честь, так сказать, Мегатрон взял себе имя, собственно, да? Но, как по мне, в Мегатроне гораздо больше... крутости в этом плане, если так можно выразиться. Да и зараза, а. Ой. Ну, бывает и так. Вот и все. Беги еще раз к Титану, пусть тебе сразу два модификатора примотает. И один в выхлопную трубу засунет, чтобы наверняка, так сказать. Я чувствую, сейчас, если на уровень сложности повыше пойду, там просто Мегатронус весь такой обвешанный, да, как эти рэперы, весь в цепях такой, в модификаторах, да. Я к Титану в прилавок сходил, закупился, да. Я тоже качнулся, так сказать. Мегатронус весь в цепях, да, такой. Ты как таким крутым стал? Задонатил. Блин, а? Обалдеть. Ну, ладно, друзья. Давайте-ка тогда закончим тут и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной трансформеров снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Крепкого здоровья, приятного настроения. Храни вас прайм с Юникроном. Пока-пока.